прошлого года изменилось точно многое. Ну и, наверное, благодаря тому, что мы всю территорию поделили, будем говорить, на какие-то зоны ответственности, что ли. Ну и мои помощницы женщины привлекли мужей сюда. И многие поделки, они появились вот в этом году только. Для украшения нашего участка мы использовали 29 видов цветов растений. Многолетники и многолетники, такие как ирисы, нарциссы, примула, бархатцы. Ну, также использовали и комнатные растения тоже, которые можно вынести летом на улицу. В этом году, конечно, конкурс начался несколько позже, потому что помешали погодные условия, но тем не менее, сегодня такой прекрасный солнечный день, и все конкурсанты, которые участвуют уже сегодня, конечно, готовились, несомненно, все это время. И то, что мы проехали за сегодняшний день, ну, радует глаз, и мы видим, что, несмотря на все случившиеся непогоду, которая была, цветы в нашем городе цветут, и это здорово.